Ребятушки, здесь есть, представляете, ребятушки, наши, походил пельмени. И стоит все евро 19, 400 грамм. Нет, здесь цены реально дешевле. 400 грамм пельмешек, представляете? Вот такие пачки пельмешек, евро 19. Пойдем дальше смотреть, что еще. Сосиски, еще сосиски, такие. Мясо. Колбаса. Так. Вот, ничего себе. Вот такие две колбасы стоят евро 85. Обалдеть. Сосиски 6 евро. Не, здесь цены явно подешевле. Мясо, надо посмотреть, что еще есть интересно. Сыры тоже разные есть. Молоко, давай посмотрим Milky Way. Сметана, яйца, молоко. Это сметана, но это не молоко. А, вот молоко. Нифига себе, молоко, 0,63, ребят. А я беру по 0,75. Вот, пожалуйста, 0,63 рубля молочко. 0,63 евроцент. Все дешевле намного. Офигеть.